Во-первых, в чем? Ну, всем словам, во-первых. Во-вторых, чем сейчас будем заниматься? Едем, покупаем себе Bugatti Chiron, тюнингуем его в самый максимальный тюнинг, и все. Ну, а что будет дальше, смотрите, как раскидали. Челик пишет то, что хочет со мной, ну, в принципе, ладно. Так, вот мы уже приехали, сейчас надо самое главное снять деньги, стоит он довольно-таки дорого, у меня сейчас 3 миллиона есть, снимаем как раз все эти 3 миллиона. Опять эти большие, огроменные суммы. Все, 3 ляма есть, сейчас поедем покупать себе машину. Ну вон, Супра сзади, Мустанг спереди, все так, как оно должно быть. Сейчас, получается, едем как раз таки в эксклюзивный автосалон и будем покупать себе тачку. Тут надо поаккуратнее, потому что камеры, а я не хочу сейчас штрафы оплачивать и этот видос затягивать. Вот мы уже как раз таки приехали к этому автосалону. Покупаем тачку. Вот она, Bugatti Chiron, самая последняя, самая дорогая, стоимость 600, нет, 6 тысяч единиц валют, это 6 тысяч рублей и 2 миллиона долларов. Выбор региона, без разницы, купим себе какой-нибудь цвет белый. За игру, да. Нормально. Могу дрифт шахту продать. В смысле дрифт шахту. Ладно. В общем, сейчас поедем тюнинговать эту маленькую, красивенькую машинку. Кстати, это моя хата, да. Это моя. И все. Так что, ну, 200 литров. Нормально. У меня сейчас 1 миллион 42 тысячи. Вы будете смотреть это в перемотке, как я ее буду тюнинговать. Ну, это все понятно. Удачи. Ладно. Машина затюнингована. Да, этот прикол со штампами. Наверное, это единственная Bugatti, которая со штампами. Которая full tune. Я на нее потратил 600 тысяч. 630 тысяч потратил на full тюнинг. Вы это сами все видели в перемотке. Добавляем ТС. И, конечно же, драк. Оп. Тихо. Делаем более-менее комфортную езду на однерочку и с кайфом. Вот такая машина у меня получилась. Да, Bugatti на штампах. И вы это увидите, кроме как моего канала. Всем до свидания. Всем пока.